Короче, это позволяет почувствовать себя прежде всего женщиной. Когда танцуешь, ты забываешь про весь остальной мир. Ты расслабляешься и погружаешься именно в древнюю энергию быть женщиной, расслабиться и довериться опытным, надежным, теплым, нежным рукам мужчины, позволить себя вести. Я искала студию, где бы мне хотелось заниматься, где бы мне было интересно. Пришла на пробное занятие и влюбилась с первого, в общем-то, взгляда, с первого звука музыки. В саму Ипанему, в обстановку, в то, как здесь все организовано. Ипанема стала в какой-то момент для меня, в общем-то, второй семьей. Приходите, записывайтесь, пробуйте.